Доброе утро, мои любимые. Доброе, дивноморское, солнечное утро. У нас с вами сегодня 31 мая 2021 года. День российской адвокатуры. Надо Юльку поздравить, потому что она у меня адвокат почти. Понедельник, луна в Водолее, именинники Александра, Андрей, Петр, Юлия и Фаина. Юлечка, с днем ангела тебя, ангел мой. Вот, привет, привет, мои любимые. Хочу рассказать вам сон. Налила вот себе лимончик с имбирем. И все, буду бежать. У меня куча дел. Я уже намылась, настиралась. Я всегда стираю свое это платьечко, в котором сплю. Потом маечку. Я что-то и в маечке спала. И полотенце тоже постирала. Как тепло вообще, все кричат. Хочется рассказать вам сон. И мы едем в Кабардинку, потому что смотрите, какая погода. Просто божественная. Какое солнышко. Солнышко, привет! Какое ты умница. Там какие-то тучки собираются, но я верю, что это не над Кабардинкой. Потому что давно хотели туда съездить, только болтали. Тут вот снова девочки и мальчики не убрали за собой бычки. А я там все помыла. Душ, у меня уже болезнь. Тряпочку эту стирала вчера, тут сушила на солнце. Сейчас положила там, потому что кто-то тоже мылся. До нас еще весь душ был мокрый. Ладно, расскажу вам сон. Такой сон вообще жесть. Мне таких снов не снилось никогда, вот правда. Хотя я очень люблю фантастику, обожаю фантастические фильмы. Снился мне сон, короче. Сейчас. Как будто мы, ну как мы, люди Земли, и с нашим сознанием, и с нашей какой-то основой, такие, как мы есть на Земле, и прилетели люди, мы же, ну, как с параллельного измерения, не из будущего, не из прошлого, а именно из параллельного какого-то измерения, мы же прилетели в наш мир, ну, на Землю, и как будто наделись на нас своими формами. Понимаете, мы стали не такими, как мы вот сейчас, а стали такие, знаете, похожие на чужих чужие. Смотрели кто-нибудь этот фильм? Такие какие-то супер мощные, современные какие-то, не знаю. И которые умеют силой мысли разговаривать со всем животным миром. Ну, например, там смотрит на животное, спрашивает у него, тут кто-нибудь проходил, ну, чисто мысли думает, кто тут проходил, например, 10 минут назад. И они говорят, животные ему отвечают, тоже силой мысли. Тут проходил мужчина, там женщина, кто-то, и что-то, понимаете? И мы можем не только читать мысли, а как и управлять тоже людьми. Например, там мы говорим, человек идет, мы говорим, так, стоп, стой, иди назад, повернись, там что-то. Ну, короче, такой сон, мне такого никогда не снилось. И я рассказала Юльке сон, когда проснулась. Она говорит, да, а мне, говорит, тоже таких снов не снилось. И, короче, она мне рассказала свой сон. Я у нее спрошу, если она разрешит, я вам расскажу. Она говорит, я тоже таких снов в жизни никогда не видела. И она мне рассказала свой сон тоже. Какой-то супер обалденный. Или это море и горы и солнце на нас так влияет. Или просто новый мир. Птички поют, как классно. Ладно, мои хорошие, поехали. Потому что мы свободны только до обеда, потом у нас тоже куча дел. Все. Одеваю какую-нибудь футболочку сверху. И едем. Кто со мной?